На «Бумеранг» съехались кинематографисты и тележурналисты со всей России. А здесь живут ребята, которые к экранному творчеству не имеют никакого отношения. Вместо камеры и штатива – гитара и голос. Рок-группа «Робинзон» существует уже 23 года. В «Орленке» уже седьмое поколение музыкантов. 2000 сольных концертов, 28 альбомов. Такими темпами «Робинзоны» рискуют попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Миша Эматаев в группе уже 6 лет. За это время освоил барабаны, клавиши и гитару. Написал 2 песни. Сейчас параллельно занимается футболом. Играет в нападении в сборной команде «Звездного». Свободного времени не так уж и много, но без толку Миша его не тратит. Если у нас есть время, мы бежим сразу на мастер-класс. Обучаемся тоже чему-то новому. Мы же тоже дети в первую очередь. Потом уже музыканты. Вот. И видим новые открытия для нас, новые пояснения в музыке и в искусстве вообще. Нам очень интересно. И вот теперь большим шагом дальше, каждый раз открываю ногу. Да? А эти ребята победили в танцевальном конкурсе и получили путевки в «Орленок». Коллектив «Детки Магнитки» приехали из Магнитогорска. График их выступлений предельно заполнен. Свободного времени почти нет. Репетиции, репетиции и еще раз репетиции. Когда репетируешь, перед тобой тот, кто уже смотрел танец, ты не боишься перед ним выступать. А когда ты танцуешь, много новых людей, и ты немного побаиваешься этого. Даша Дворецкая, солистка в «Детях Магнитки», занимается танцами уже 7 лет. К многочисленным тренировкам привыкла. И хотя «Орленок» для нее в основном зал для репетиций, впечатлений море. Они не всегда попадают на мастер-классы, не всегда успевают принимать участие в жизни смены. Но это не так важно, ведь их главное занятие – украшать жизнь «Бумеранга» своим творчеством. Ангелина Коврижных, Максим Семенов, Владимир Комаров, Видеоновости, «Бумеранг».